переливании крови на машине. Из Дзержинска у нас приезжали. У нас же химия там в Дзержинске. И оттуда машина приезжала. По 330 грамм, что ли. По 300 грамм давали. Бесплатно, без всего. Ну, талончик давали там. А я уже не это. Мужики там же наливали по стакану красного. Да пожрать давали бесплатно. Два дня отгула. Я на эти талон. Идите. Даже не ходил. Я 20 лет в рот не брал. Вообще. 20 лет. Я в Челябинск же ездил, лечился. И что, самолетом летал? От чего? От алкоголя. Да. И вылечили? Вылечили. 20 лет вообще в рот не брал. А потом немножко это подразвязал, а потом самое плохо было. Плохо, сильно было плохо. Думал, крякну. От чего? От этого? Нихуя. Ну, а что плохо? Мотор встает. Все, думаю, крякну нахуй, все останавливается, все отнялось нахуй. А что сердце, у меня каменное, блядь. Мне нервничать вообще нельзя нихуя. Меня трясет, блядь, какая на 18-го, блядь. Вот такие судороги, блядь. Я не психую нихуя, друг нос вот так. У нас в полку. Ну, где мы служили? Стояки все сидят на первые ряды. Это уже по традиции. Молодежь, я там дальше. Мы на первом году знаю, где сидели. А, что ты говоришь, живот поболел. Я говорю, пойдем, я тебя вылечу. Я командиром был. У меня от коптерки ключ, печать, все у меня есть. У нас в термосе стояла брага месяц. Месяц. Она светлая, Юрка, стала, как вот это яблочное вино. Ну, месяц брага. Нас на учение по тревоге подняли, она у нас осталась в полку, мы уехали. Приезжаем, попробовали, кружку солдатскую. Навернешь сам, а то, как стакан водки. Он говорит, что-то у меня живот болит. Я говорю, пойдем. Наливай. Ну, слушай, тебе без сахара. Не надо сахара. Он выпьем. Ты вообще без сахара? А закусить-то что в армии? У меня внук уже без сахара тоже пьет. Ужин прошел. Без сахара, без водки. Вторую. Я говорю, ну как, успокаивается. Я пошел по телефону, позвонил. Я говорю, Боря, не ищите, он у меня в танковом батальоне, у меня в третьем. Ну, у нас там эти позывные были. Не ищите, его на проверку не придет, ночевать будет у меня. Нет, как не успеешь, как ничего не получится. Всю ночь гитара эти боят, блядь, всю ночь ведро охуели. Как не успеешь, ничего не получится. Как рукой сняло, живот перестал болеть. Приезжайте к Любе. Ага. Приезжайте. 19-го. Ты ногу ремонтируй. Все одно, чтобы нога более-менее худела. Мне на руках же таскать тебе. Так я, маленького. Я отделюсь. Это вот они вот так ремонтируют. Ну, Антошка, вот, ты... вот и забрали отсюда. Пленки и отсюда. И вот а у него цифровое, там живите. Оно без... Это. Главное, батарея, чтобы работала. Оно снимает нормально. Потом кино будет. Он тебе кино покажет, как у меня был. Это надо Василию. Нет, вот приедешь туда, на термин, и он тебе кино покажет, как он у меня был. И как у меня Шурик был. Был ты тогда? Ты не расстаешься с этой мамой? Нет. Со своей. Он с ней. Квартира съемочная. Здорово. Что ли, папиросы куришь? Нет, сигареты. Сигареты. Дай-ка. С днем шахтера тебя, Анна Николаевна. Вот так вот. Спасибо. Мы блюдем и чтем горняков. Да нет, день шахтера ты еще будешь. Будет. Так я уеду. Что приехали у нас, если, да. Как на Украине давайте, бывает. Ладно. Давайте за встречу в этом доме. Да. Чтобы все у нас было нормально, жили долго, не хворали. Все понятно. Вот так. Давай вот. Это делать. Не хворали. Чтобы не хворали, да. Да. Нормально. Да, кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. О, еду я на день, а может быть на год, а может навсегда. Меня ты потеряешь, еще один гудок, и поезд отойдет, а может навсегда. Меня ты потеряешь, еще один гудок, и поезд отойдет, последнее прости. С любимых губ слетает, в глазах твоих больших разлука и печаль. Еще один гудок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один гудок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Колабельберды был, Колаберды, внизу тебе я помню. И у него свой театр показывали. Его что-то давно не видно, Колабельберды. А он живой? Берды. Бельды. У него свой театр был, показывали. Ну что вы? Колабельды. Колабельберды. Ничего, вот еще пришли. Татьяна Петровна, там книжка. Подожди, еще книжечку Александра Николаевича вам передал. А что, дождь большой, что ли? Да, ну, стоит. Да не надо меня снимать, Антон, стоит. Хорош. Да. Хорош, Антон, ну нафиг. Сусся, на буфере, на высокой. На буфер ездил. Или как, на высокой или на высоком, или как говорят? Это буфер. Понятно. Буфер, буфер дядя Миша с бабунькой там рядом. Ну это на буфере. Да, да, да. Потом к Сане Пронскому заезжали. Ну ясно, ясно. А после обеда ездили. Потом кум у нас был. На Изауру или на куда? Изара. А на Изаре что делали? Вот. А у меня там его, вместе его... служили с Борей. Он нашел меня. Искали которого. Он приезжал ко мне. Букина. Но... ему ездили. Нашел, нашел. Ну он на Заре, он на Изаре, на даче он там. Да, да, да. А он живет на Ясной Поляне, на втором курсе. Нормально, с Ясной Поляны на Изару на дачу ездить. Но нет. Который? Василь Харлам. Харлам. Ну, в 43-м году его расстреляли. Васька нашелся, я думаю. Почему в 43-м-то? В 43-м. Кого расстреляли? Деда нет. Василия. Ничего, его никто не расстрелял. Его никто не расстрелял. Он там... был на севере, работал и заболел, значит, и он умер. Его сослали на север? Да, да. Забрали и сослали. В этой статье это была 50... Потом реабилитация это пошла по 57-й статье. А до этого, когда забирали, это была другая же статья. Ну, не знаю. И не расстреляли, ни в нет, этом нет. Нет, нет, никого помер нет. Он. Да. Да, он умер, он своей смертью умер там. Его тоже реабилитировали, но он уже приехать не в состоянии был. Его я так как... реабилитация-то была уже в 57-56 году. Да, а он умер до того. До того, а его после реабилитировали. А им все в могиле. Екатерина Ларионовна и я их уже сейчас. Интересно, если вот полетит эта пыль. Вот. Ну, и... Нет, там все ограждение все есть. Там никуда не уйти. Из усы брала и вела кверху
А она вагон тянет не один, а два, может быть, я не знаю уж сколько. Все это потом было. Вагонетки такие большие тянутся. Ну, а не, как? Они были меньше, никак у больших там стоит. Меньше были они. Ну, я знаю, в то время двухтонные были, а трехтонные потом уже стали. Я, вот я знаю, что вагонетки небольшие я видела. Ну, вот может, как вот с дивана этот, ну, этот. Ну, с дивана. Ну, да. Правильно, и шире, и еще вот такую да. ширину, значит, такие они и были. Последняя что, лошадь. Вот эта лошадь, вот такую вагонетку да, 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 да. По рельсам тянула. Она ты тянула она по рельсам. Она... Ты с утра хорошо отработал. Ой, вы так не говорите, это так никогда не забывается. Так не бывает, так не бывает. А вдруг положу как в мазь карту? Завтра уже весточка с вечера пришла, еще днем приходили. Это что завтра там? Будет, это компот. Вишневый. Завтра там будет давай, ладно, разборка. Опять ну, с тобой, давай, что ли, опять разборка? Со всеми с нами. Господи. Мы все крайние. Давай, Николаевна. Никак, ну ладно, никак дай бог, не последний. Как тебе на Кавказе, блядь. Положили, положили, не разбери. Нормально молотим с чаем. Не смотри, что я уже... Уже ты не смогаешь, что ли? Аж пот прошиб. От чая. Подожди, подожди. Чай хранили, красный. Поделись. Ой, мама, вот даже больно стало. Ну, я не ущемляю. После чая. Ну, ладно, доесть надо. Видишь, наверное, после чая слеза, блядь, пробьет, пока выдавишь, нахуй, чай. Ешь огурчики, они сами. У меня вот Виктор Николаевич, вот когда вот этот Антон приезжал, и мы альбом на 60 лет Анжела ему делала, этот, ну, моя дочка это, и там две фотографии есть. Он маленький, один стоит, а потом с Верой и с Зиной, да? С Верой да, и Зиной стоишь. Ни у кого таких нет. Нет. И вот веришь, вот Игорь маленький. Ну, Сашка еще не так это как-то, а вот Игорь и Витя, вот, где, вот нет, а ты что говоришь, Сашка, он на Светку похож, да, да. Он на Светку похож, он на нас не похож, Маринка вот и Игорь. А да, Сашка да. Нас не, по, на Светку ну, не ну, Маринка еще как-то тоже, да, да, хотя она девочка, а ведь этот Игорь, да, а вот, да. Ну вот вылитый, я говорю, посмотри, одно лицо. Одно лицо. У нас там 3 или 4 года вот ребятишек сложить все фотографии и не узнаешь, кто где. Они все. Ой, ты живите долго, ну, да. И ты живи долго. Не болейте. Николаевна, не хворай. Мы крепкие, бугровская порода надежная. Не болейте, самое главное. Петровна. Да будем стараться, будем все стараться. Нормально. Тимарихинские. А вы, нет.